Привет, зритель. Сейчас я тебе скажу свое мнение о вот этой троице, которая тут на днях распаковывала. Ну как на днях? Где-то неделю назад. Вот этот вот гелик от Botavicus, натуральный ароматерапевтический гель для душа с авокадо, масло авокадо. Очень классный. Он пахнет мятой и камфорой. Очень напоминает мне один гель для душа от Green Mama, который давно-давно уже снят и его не производят. Короче, мало того, что он кожу не сушит совершенно вообще, мало того, что у него очень удобный дозатор для меня, вот смотрите, такой. Даже дизайн-то, в принципе, как раньше у Green Mama был, хотя это вообще другая фирма. Хороший состав. После вскрытия живет 12 месяцев, 200 мл. Русского производства. Он еще мне помогает внезапно затянуть все мои вот эти ранки. Знал бы ты, зритель, что у меня на спине творится после того, как животное... Вот моешь голову, наклонишься, кошка прыгает тебе на спину, а потом сползает когтями. Хорошо, если вот просто по спине. У меня же и ноги, черт знает, в каком состоянии. Так вот, короче, он не только... Он не сушит кожу, но при этом подсушивает прыщики. Мне так понравилось его вот это действие. Плюс у него такой обалденный аромат. Единственное, расход не очень такой. Ну, я с ним пока вот в этом плане не разобралась. Он для меня не очень экономичный, потому что я приличненько так. Не супер, конечно, много, но где-то чуть больше, чем обычно, на губку выливаю. Вспенивается, пенивается хорошо, промывает тушку полностью отлично. Смывается тоже супер. Кожу, главное, не сушит, и аромат такой обалденный, вот эта камфора и мята, прям вау. На коже он практически не остается аромат. Ну вот само ощущение в душе, когда стоишь вот утром, прям бодрячком можно быть. Вечером прям расслабляет. Очень классная штука, если вот вы любите такие какие-нибудь гелики. Или у вас есть кошка или другое животное, которое на вас отцепляет царапки. То вот он реально подсушивает. У меня на спине было где-то так... В районе шеи прям, ну, три таких приличных прыща. Я вчера была в гостях, пришла, переодеваюсь, думаю, блин, надо же это. Вроде уходила, что-то ощущалось, а оно подсушивает. Их эти дурацкие прыщички высушиваются, отваливаются. Кожа ровная, классная. Плюс еще он как бы мягкую делает кожу. Короче, мне очень нравится этот гель. Вот он закончится, я через какое-нибудь время еще приобрету такой же. И еще я видела в этой серии, ну, немножко другие гели. Может, другой даже попробую. В общем, очень классный, мне гель нравится. Я потом еще восторг свой на рекоменд оставлю на него. Покупала я на сайте Botavicus. Я видела на Вайберис, но я не уверена, что именно такой гель я там видела. Но что-то от Botavicus я видела на Вайберис. Какие-то продукты. А вот эта парочка вообще классная, вот я сегодня им мыла волосы. Они, конечно, ну не сказать, что пышные, пышности такой конкретно вау нет. Но благодаря шампуню в паре с бальзамом, либо одним шампунем, я мою волосы сейчас раз в 3 дня. Раз в 2-3 дня, иногда раз в 2 дня, иногда раз в 3 дня. Причем на второй день они как бы примерно такие же, а на третий просто удобно хвост заделать. И вот какой-то тут обзор был как раз с тем хвостом, с того третьего дня. То бишь, утром можно помыть и на 4-й день помыть волосы. Либо утром помыть 2 дня нормально, и на 3-й день утром помыть волосы. Тоже как бы раз 3 дня, раз 2 дня. Иногда даже вот, получается раз 4 дня. Он примерно по консистенции как гель. Но я первый раз мыла волосы, первый раз намылила, что-то мне не прошло, и я второй раз намыливала волосы, и как бы все нормально было. И первый день они были, ну, какие-то странные, видимо, на все-таки волосам привыкнуть. И на второй день я уже, короче, как бы мыла волосы, и я вдруг подумала, что вот, ну, если добавить немножко шампуня на руку, а потом немножко водички, разводила шампунь в ладошке с водой, и вот уже мылилась один раз. И все нормально промывала, скрипа нет, но при этом, если вот им помыл, то там нет ощущения, кошка меня царапает, мало мне одни царапок. Одни зажили, другие хотят прийти. Она вот прямо, я же на столике, за столиком сижу. И вот она под столиком меня царапает, то за руку, то за ногу. Короче говоря, нет ощущения такого, что вот прям необходим бальзам. Я несколько дней его тестировала чисто как вот сам по себе шампунь, без бальзама. Во-первых, волосы практически не спутывают. Спрей не надо дополнительно использовать. Во-вторых, хорошо промывает, у меня тонкие и жирные.
Хотя он для всех типов волос подходит. И еще профилактика перхоти, которой у меня тьфу-тьфу тук-тук нету. Тут сок алоэ и цинк. И тоже мятно-камфорный аромат, очень классный, вот так вот, если кто-то вот любит такое мяту, или мятно-камфорный, или все вместе, обалденно. После душика голову помыл, обалденные ощущения, даже как-то освежает. И они, во-первых, не спутываются. Нет такой вот, что смыл волосы, хочется их там или спреем, или бальзамом увлажнить. И мне так понравилось, можно, допустим, купить вместе и бальзам, и шампунь. А можно купить только шампунь, взять, допустим, деревню, и все нормально использовать. А этот, мне так прикололо, тут, в общем, бальзам. Натуральный балансирующий бальзам. Ну, конечно, с ним вот вместе волосы расчесываются на ура. Мягкие, хорошо, это пышненькие такие. Сейчас-то уже ближе к концу дня, ну, может, не настолько пышненькие. Ну, мне он понравился, но самый прикол, у него жидкая консистенция, такая вот, знаете, чуть-чуть густое молоко. Молочная такая консистенция, жидкая, не сказать, что уж совсем вода, но реально жидкая консистенция. Я думала, ну что это такое, он точно так же обалденно пахнет. Сначала я подумала, что просто запах, ну что с ним будет. Вымыла волосы первый раз, вот когда вместе с ним, вот этим дважды намыливала, у меня их вытерла. И потом через какое-то время решила расчесать. Они вообще отлично расчесываются, не спутываются, ничего. Вот я до этого использовала то один спрей 15 в одном, то другой спрей с маслом от подписчицы какой-то цвета, кажется. И вот мне всегда надо было в последнее время спрей, потому что если нет бальзама, то надо спрей, чтобы расчесывались волосы. Вот этот бальзам, он поможет вам с расчесыванием волос. Мне оно так что-то понравилось. Я сейчас, конечно, вам консистенцию не смогу показать на руке. У меня ванна там, я тут. Но я собираюсь на них тоже отзывы на Арике оставить. Кошка. 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 Кошка-бармошка. Кусается и царапается. Вот жук этот. Короче говоря, я оставлю отзывы на Арике. Потом ссылочки в Телеграм скину. Либо еще куда-нибудь. Ну или если вы можете подписаться на Арик, если у вас есть аккаунт, или просто закладки добавить в мою страничку на Арике. Короче говоря, я там на фотке покажу вот эту консистенцию, вот она реально такая прикольная, беловатая такая жидкость. И он, несмотря на то, что жидкий, он вот реально так на ладошку вылил немножко и хватает его. Можно сказать, что экономичный. Вот эти двое, они реально экономичные. Особенно, когда я нашла подход к нему и поняла, что его можно развести в ладошке водой. И он хорошо так будет и пениться, и промывать. Вот может с гелем, правда, такой вариант попробовать, в чем-нибудь его отдельно бодяжить. Но пока вот этим я всем довольна. Мне даже вот, я раньше использовала косметику Green Mama, когда только еще начала вести канал, у меня были любимчики и Фроше, и Green Mama. И в Green Mama были какие-то там гелики, шампунчики, очень мне нравились, но потом или какие-то исчезли из производства, или какие-то испортились по составу. Вот это вот прям замена Green Mama и реальная, идеальная. Очень оно мне нравится. Вот тут этот балансирующий шампунь, это балансирующий бальзам. В общем, можно использовать вместе, а можно использовать только шампунь. Мне вот очень понравилось. Если вы что-то из подобного вообще просто от Ботавикерс, какие-нибудь шампуни, гели для душа, либо бальзамы для волос пробовали, поделитесь со мной в комментариях. Может быть, я что-то возьму себе на заметку. Если хотите поддерживать канал, где-то будет облачко. Я скажу вам потом спасибо. Кстати, спасибо Ольге за донат большое. Ее донаты меня каждый раз мотивируют снимать видео типа мунбанги. Я не знаю, я не уверена 100%, что Оле нравятся именно мунбанги, но вот они обычно меня мотивируют. Я вот даже уже договорилась там с одной подписчицей. Есть другая подписчица Аня, которая тоже меня периодически поддерживает, за то, что ей тоже большое спасибо. Она мне иногда подталкивает, какие-то идеи дает. И я вот даже планирую потом записать на днях этот мунбанг. Ну, если вы осилили до конца, то это круто. Если вы еще не подписались по какой-то причине, подпишитесь. Я скажу вам, не то чтобы я вам скажу спасибо, я скажу вам спасибо в любом случае, но я буду очень рада, если вы подпишетесь, если еще не подписались. А если поставите палец кверху, тоже будет круто. Если вы умеете VPN или вы из не России и используете Instagram, то я буду рада вашей подписке на Instagram. Там ник такой же, как здесь. I'm forever. Всем спасибо за просмотр и пока!